Я часто видел, как третий размер груди превращает дипломатов в нечто менее благозвучное. Пришло твое назначение, дружище. В ранге третьего секретаря. И куда? В посольство Российской Федерации. Майами. Нет, прости. Не Майами. Облом. Добро пожаловать в Армению. Ну ничего, ты скоро к этому привыкнешь. Кухня замечательная. Но очень калорийная. А пирожок не ешь. Я знаю того, кто его готовит. Народ здесь дружелюбный. Но мужики все козлы. Я люблю этот двор, эту улицу. Я люблю даже этот город. Я люблю все, что связано с тобой. Ну ты просто выкини эту мысль из головы и все. У этого гаденыша есть любовница. Побереги мозги, у тебя сотрясение. Тормози. Ты что так тормозишь-то? Я чуть в окно не вылетел. Останавливаться-то надо плавно. Так и говорить надо плавно. У меня в жизни еще не было поцелуя, который бы я хотел запомнить. А почему ты думаешь, что именно этот будет таким? Он у тебя очень хороший. Ну да. Такой легкий в общении. А кем он работает? Контрразведчик. Кто? Скажи, мама изменяет папе? А бабушка тебе? Ну ты! А ему? Ты, шути! Знай меру! О! О! От тебя одни неприятности. Ты знаете, кто я? Куда?